Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я приготовила очень вкусный салат с баклажанами по-корейски. Для приготовления мне понадобились баклажаны, морковь, перец болгарский, петрушка, чеснок, кунжутные семечки, соевый соус, смесь перцев, кориандр, соль и растительное масло. У баклажанов срезаем хвостики и разрезаем их вдоль на пластины толщиной где-то 5 мм. Затем каждую пластину разрезаем на полосочки, также толщиной где-то 5 мм, и перерезаем напополам. Складываем все в глубокую посуду. Мне понадобилось всего 2 баклажана, третий я убираю. Посыпаю солью 1 чайная ложка, перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и даю постоять где-то 30 минут, чтобы баклажаны пустили сок. Морковь я натерла на терку для моркови по-корейски, перекладываю в глубокую посуду. Также я нарезаю полосками тонкими болгарский перец. У меня он 3 цветов, чтобы салат получился красивый. Отправляю перец к моркови. Баклажаны у меня постояли, пустили сок. Теперь я их промою просто водой. Сковороду я разогрела, наливаю подсолнечного масла, отжимаю баклажаны и перекладываю их в сковороду. Буду ставить на огонь и обжаривать. Баклажаны обжариваем не очень долго, чтобы они не разлезлись. Пока они будут жариться, нарезаем зелень. Отправляем в глубокую мисочку. Туда же через чесночный пресс пропускаем 4 зубчика чеснока. Немножко добавляем щепоточку соли и хорошенечко перемешиваем. Баклажаны обжарились, перекладываем в салатник и даем им немножко остыть. Баклажаны остыли и отправляем их к моркови и болгарскому перцу. Сюда же отправляем петрушку с чесноком, кунжутные семечки пережаренные, соевый соус, смесь перцев и кориандр. И у меня уксус яблочный, я добавила 2 столовые ложки. Все хорошенько перемешиваем. Растительное масло я больше не добавляю, достаточно того, в котором я обжаривала баклажаны. Накрываем пищевой пленкой и даем отстояться в холодильнике 2-3 часа, а лучше это делать на ночь. На второй день салат очень вкусный и сочный. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.